хочешь эротично. Ага. Должна буду? Ты сначала скажи, за что. Ага. А где это? Поняла. Поняла, еду. Нежно тебя целую. Ну, пока. Странно. Как думаешь, это эта девушка? На вид, да. А вернее, не скажешь. Лицо и правая рука облиты кислотой. Если не объявится хозяйка паспорта, будем считать, что... Что вы здесь делаете? Кто вас пустил за ограждение? Я представитель прессы, горячие новости. Так, покиньте территорию, вы мешаете работать. Паспорта фальшивые? Вам сказано, покиньте территорию. Уберите отсюда. Хам, я делаю свою работу. Журналюги. Это могут быть женские разборки, как вы думаете? Молодая, пронырливая. Слушайте, хватит меня держать. Вы посмотрите сюда, вы видите какое-то издательство? Слушай, как думаешь, а может это быть бабской разборкой? Там, на фоне ревности? А почему и не быть? Может. Только зачем сюда приходить? Думаешь, перетащили? Тогда это что-то другое. Попробуем выяснить. Оружие преступления на месте не найдено. Пробы грунта взяли, сняли следы. Будем трудиться. Угу. Слушай, справишься без меня, а то мне на свадьбу надо. Куда? Ну, друг школьный пригласил, 10 лет не виделись, надо съездить. Да, Мить, конечно. Все, спасибо. Давай. Ох, Макс. Здорово, Макс. Привет. Все хорошо, ишь, Клара? О, Миш, кого я вижу. А когда на твоей свадьбе погуляем? Ну, ты знаешь, за меня выйдет только сумасшедший, а больных не расписывает. Вот как. Давай, Макс. Знакомым. Неужели где-то здесь завалялась парочка трупов? М? Один уже наклевывается, дамочка. Вот хам. Макс, у тебя все в порядке? Ты какой-то бледный? Все нормально. О, привет. Мои поздравления. Спасибо. Слушай, я думал, ты вообще не придешь. Ну, работа, понимаешь, еле успел. Погоди, погоди. Юль, познакомься. Это Миша Касьянов, мой старый приятель. Кстати, он в Угровске работает, так что будь аккуратна, ладно? Ого! Очень приятно. Юлия Бородина? Не, ну она теперь Кондрашова. Да, Бородина. А мы знакомы? Скажите, у вас случайно сестры-близнеца Ульяны нет? Что-то случилось? Плохие новости. Какие новости? Ее убили сегодня ночью. Девушка, что, собачку отпустить? Я знакомая Вячеслава Андреевича, я на свадьбе была. А ну, уходите отсюда. Я сейчас собаку спущу. Так я же отсюда снимаю. Пожалуйста, покиньте территорию. Простите. Спокойно, Василий, спокойно. А что вы такой бессердечный? Сразу собаку спущу. Сердечно вас прошу, пожалуйста, покиньте территорию. Девушка. Ну, все, уберите. Я понимаю, что вы чувствуете, Юля, но я вынужден. Да, я понимаю вас, конечно. Все очень странно.
Ульяна жила за счет любовников. И я не знаю, сколько у нее их было. Я просто старалась не вмешиваться и жить своей жизнью. Мы с ней сильно ругались. И если говорить откровенно, она портила мне жизнь. Мы с ней похожи, очень, и моя репутация страда. О чем я говорю, Господи? И я не хотел, чтобы вы, Михаил Андреевич... Ничего страшного, можно просто... Думали, что... Юля, мы можем продолжить? Скажите, а вы видели кого-нибудь из ее любовников? Был какой-то один. Видела их в машине раз, недель две назад. А как его звали? Я не знаю. Я его не разглядела. Ну а машина? Какая была машина? Марка, номер? Если бы тогда знать. На номер я не смотрела. В марках я не разбираюсь. Кажется, синий. Я не помню. Да, жутковато. Может быть, вы еще что-нибудь вспомните? Я постараюсь. Скажите, а вы сами с 5 до 7 вечера где были? Миш, ну это уже слишком. Извини, но я обязан спросить. Я была с Вячеславом. Слав подтвердит. Да. Ну а как по-другому? Тут разговаривать нечем. Ну да. 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 А паспорт? Как вы думаете, почему их было 2? Однажды я потеряла паспорт. Мне потом пришлось его переделывать. Конечно, Ульяна могла бы украсть, но... Зачем? Что вы здесь делаете? А, это вы. Прогуливаюсь. Садитесь, подвезу вас до города. Я не против. Меня не курит в машине. Странное вы место выбрали для прогулки. Ну, где хочу, там и гуляю. А вы ведь следователь? Ну, давайте, может быть, уже познакомимся. Женя Жукова. Михаил Андреевич. Касьянов. Ну, как там следствие? Уже, может быть, есть какие-то версии? Главный подозреваемый. Журналистка, значит? Да, потомственная. Мой отец погиб в горячей точке. И вы хотите так же, как он? В смысле? Голову сложить ради сенсации. Остановите машину. Не лезьте в это дело, понятно? Куда хочу, туда и лезу. И не попадайтесь у меня на пути. Перееду.
Алло. Лоток, ну что тебе? Я одного понять не могу. Почему ты скрывал ее от меня? Мы с ней с детства друг друга не любили. Она вечно у меня все хотела отнять. И тебя тоже. Алло. Да, привет, мам. Да все нормально. Что ты хотел? Нет, я не приду к вам. Потому что мне не очень хочется портить вам настроение своим присутствием. Что я начинаю? Я ничего не начинаю, мама. Просто за эти 3 года, что ты живешь с этим человеком, ты ни разу не пришла к отцу на кладбище. Мне не очень будет приятно видеть твоего мужчину. Так что извини, празднуйте свою годовщину без меня. Пока. А что-нибудь, принадлежащее только вашей сестре? Ну, это все подарки ее любовников. И квартира тоже. Мы жили здесь вместе. Знаете, у нас в основном все общее с ней было. Только вот пианино мое. Я занималась репетиторством. Ну, а личные вещи? Записные книжки? Может быть, дневник? Дневник? Нет, я думаю, дневник она точно не вела. Хорошо. Ладно, я, пожалуй, пойду. Если вдруг вы что-нибудь обнаружите, сообщите мне, хорошо? Хорошо. До свидания. До свидания. О, здрасте, сыщик. А я вот звоню, мне не открывают. Вам не откроют, не откроют. И вообще, что вы здесь делаете? Что надо, то и делаю. Вы из милиции? Мы? Да, из милиции. А могу я проверить ваши полномочия? Что? Ваши документы. А, Михаил Юрьевич, будьте добры. Андреич. Простите, как же я могла забыть? Недавно с напарником работаю, еще не запомнила. Проходите. Спасибо большое. Спасибо большое. Скажите, а... Да, скажите. Вы уже знаете, что убили вашу соседку Ульяну Бородину? Да. А вы ее хорошо знали? Можете что-то о ней рассказать? Да откуда же? Кто ее хорошо знал, так это ее любовники. А вы их видели? Нет. Она их сюда не водила. А откуда же вы знаете тогда об их наличии? Что? Я говорю, откуда? Может быть, вам о них кто-нибудь рассказывал? А, так Юлька, сестра, ее и рассказывала. И что же она рассказывала? Да вздыхала все. Житья от Ульяны нет. Ну, а какие-нибудь подробности? Да откуда же? Как бы знать, разве все упомнишь? То есть вы никого из любовников Ульяны Бородиной не видели? А вот и видела. Приезжал тут один. Все поджидал его в машине. Серый такой. Описать сможете? Могу. Его на каждом углу клеили. Депутат. Бывший. Проверять его алиби будете? Чье? Хорошо, тогда я проверю. Нам же было сказано по-хорошему. Не лезть в это дело. Я пишу репортаж. Это мое дело. Кстати. Послушайте. У меня есть кое-какие идеи. Так, слушайте, журналистка. Послушайте, сыщик. Ваш приятель Макс. Так, дорогуша, идите знаете куда. Слишком подозрительно вел себя на свадьбе. Я как раз сфотографировала тот момент, когда вы вошли.
Ну хорошо. Я и без вас справлюсь. Алло. Че, сейчас, что ли? Да вы что, охренели? Слышал бы ты? Нет. Я понял тебя. Понял, понял. Буду сейчас. Все. Жди, сказал. Мне надо по делу срочно. Среди ночи? А что случилось? Ничего, спи. Но… Если не хочешь со мной поссориться, лучше ни о чем я сейчас не спрашиваю, поняла? Девушка, отойдите, пожалуйста, подождите, от машины. Подождите 5 секунд, пожалуйста. А ну убирайся отсюда. Посмотрите вон туда. Видите мужчину? Вон там у серой машины. И что? Это мой муж. Он к любовнице идет. Вот. Теперь я все узнала. Спасибо. Девушка, а может быть это недоразумение? Понятно. Мужская солидарность. Не надо его выгораживать. Сам виноват. Сволочуга такая. Здравствуйте. Мне нужен Якшев Сергей Петрович. Боюсь, это сложно. Другим повезло гораздо меньше. Люди знали историю шахты, суть проблемы, но все. Я расследую дело об убийстве, так что будьте любезны. Сергей Петрович. Вас как тараканов давить надо, жить от вас нет. А ты еще раз пустишь дом журналиста? Вообще с работы полетишь, к чертовой матери. Так он из милиции, Сергей Петрович. Можно вас на 5 минут? У меня есть полчаса. Ну, надеюсь, вы ответите на все мои вопросы. В противном случае вам придется назначить рандеву в отделении. Не хотелось бы. Отчего же? В отличие от вас к дорогим гостям, мы всегда относимся вежливо и бережно. А за этот инцидент вы уж не держите зла. Просто до вас тут была одна журналисточка, въедливая, как серная кислота. Вот я. Жукова. А, вы ее знаете. Знаком. Понимаю, почему не сдержались. Да, иногда вот таких дамочек хочется взять и придушить, образно говоря. Значит, про убийство Ульяны Бородиной вам рассказывать не стоит. Журналистка вас просветила. Я был в заграничной командировке, вот только утром прилетел. Виза, все отметки. Так что алиби. Алиби – это хорошо. И потом я вот уже несколько месяцев не видел Ульяну. Это была еще та штучка. Все, хватит. Пошли отсюда. Все сказал тебе. Ты и так уже столько проиграла, что целую неделю тебя будет вести в любви. Пошли, пошли. Пошел отсюда. Ублюдок. Твой зам, в отличие от тебя, не жалеет твои же деньги на меня тратить. Что? То, что слышал. Вот сука.
Вот, собственно, и все. Больше мне добавить нечего. И почему все красивые женщины обязательно стервы? Всего доброго. Поехали. Здрасте. Меня зовут Евгения Жукова. Я занимаюсь журналистским расследованием дела об убийстве Ульяны Бородиной. Вы знаете Юлю Бородину. Вы же с ней, в конце концов, друзья? С чего вы взяли? Мы познакомились только на свадьбе. Разве? Вы знаете, мне так не показалось. Я была на свадьбе, я вас сфотографировала. Я видела, какое у вас было удивленное лицо, когда вы увидели невесту вашего друга. А вы чего хотите? Если вы не против, я буду записывать на диктофон. Мне так удобней. Так вот, мне кажется, вы знали кого-то из сестер. Но вы не знали, что их было две. У меня не курят. Хорошо. Я вам расскажу. Только выключите диктофон. Я убитую не знал, Женя. С Юлей знаком не был, к убийству отношения не имею. И у меня просто куча работы. Ну что ж, хорошо. Спасибо вам, что уделили мне время. Максим Викторович, всего доброго. До свидания. Странно. Чё, жареных гвоздей отрыла? Нет, молоток. Тебе только жареных гвоздей подавай. Не, можно кусочек Евгении Жуковой. У нас было две сестренки-близняшки. Родились в одно время. Паспорта должны были получать в одно время, в одном месте. Логично? Теоретически, да. Теоретически. А практически? У нас тут... два разных паспорта, выданные в разное время, в разных местах. Что это может означать, молоток? Делала новый. Правильно. А старый был утерян или украден. Жень. И выдан владелице. Ты это, может... Замен. В кино сегодня пойдем. Что? Так, предупреждаю. Ты мне должна. Я помню, помню. Ну ладно, молоток, ну не дуйся. Сначала паспортный стол, а потом уже все остальное. Целую тебя нежно. Пока! Да, следователь Касьянов слушает. Кто? Какого ей надо? Ладно, запускайте. Сейчас умрете. Убойная новость. Убойный отдел, между прочим, гражданка Жукова. А вы ведете себя недопустимо фамильярно. Сядьте на стул. Как на овощной базе, ей-богу. Я вам еще Якушеву припомню. Заткнитесь и послушайте. Я проверила паспорта, обнаруженные при убитой Бородиной.
Куда вы лезете? Лезу в паспортный стол. Прикиньте, что мне сказали. Оказывается, наша Юлечка была замужем. Да вы что? И кто же этот счастливец? Не может быть. Еще как может. Куда вы звоните? Сядьте на стул. Хорошо, только скажите, куда вы звоните. Ладно, тогда я это забираю. Это мое. Дайте сюда. Ладно. Открыто! Слав, ты знаешь, я уже почти готова. Сейчас просто застегну. Макс? Макс. Что? Не ожидала, что я друг Вячеслава? Ты о чем, Максим? Да не надо делать круглые глаза! Как будто ты ничего не понимаешь. Все ты понимаешь прекрасно. Ты же меня практически разорила, сука. Я из-за тебя завод потерял. Я? Шикарно живешь на мои деньги. Столики, диванчики. Ну ничего, теперь мы с тобой поквитаемся. Я ведь тоже могу Славе все рассказать. Все, а? Нет? Сестричка-то твоя. Допрыгалась. Ты тоже хочешь? Я что-то не поняла. Макс, ты что, мне угрожаешь? Только овечкой не надо прикидываться, ладно? Не надо. Паспорт мне верни. Какой паспорт? Макс? Ты надолго? Да нет, как обычно. На неделю. О. Так. Ты знаешь, я вот не понимаю, какие у вас могут быть там в архитектурной конторе командировки? Ты лучше не стой столбом. Помоги. Ага, спасибо. Ну, что за дурацкие предположения? Ну, конечно, нет. Только не вздумай плакать. Не вздумай. Скажи, мы за общагу давно не платили? 3 месяца. 3 месяца. Задержался, собирался. На первый раз мы вас прощаем. Нравится? Нравится. Юльку я потом так и не нашел. Ну, чтобы развестись. Мне пришлось паспорт себе купить новый, без штампа. Представь себе. А потом я случайно встретил вот ее сестру в казино. И целый год эта стерва выманивала у меня деньги за молчание. А что ты думаешь? Да, платил. Платил. Ты ж мою Клару знаешь. И чтоб вернула мне все деньги, все до копейки. И паспорт верни. Теперь-то в твоих же интересах. Слав, я должна тебе признаться, я не Юля, я Ульяна.
Юля с тобой познакомилась первая. Пару раз вы где-то с ней были, а потом ты ей надоел. Когда я тебя увидела, ты мне очень понравился. И я попросила ее отдать тебя мне. Поэтому я и назвалась Юлией. Прости меня, пожалуйста. Ах, вы две дряни. Это же из-за тебя все. Это же все ты. Ты же все время приносишь одни неприятности. Убирайся отсюда. Квартира Максима Коренева. Он дома? Мы из милиции, откройте. Стой! Зачем бежал-то? Черт его знает. Импульс. Какой-то импульс. Струсил. А тебя б на мое место. Ни в чем не виноват, а впарят мало не покажется. Ни в чем не виноват, значит. Да. Клара твои вещи прислала, чтобы ты и близко к ней не подходил. Чертова стерва. Старуха. Она же никому не нужна. Она еще пожалеет. Ты лучше о себе подумай. Ты что, Мишка? Да ты ж меня знаешь. Ну какой из меня убийца? У меня рука не поднимется. Конечно. Или уходишь, или убегаешь. Да ладно тебе. Но у тебя мотив. Да это не я. Это не я. У меня кишка тонка. Я же трус. А мне не стыдно. Мишка, вытащи меня отсюда. Разберемся. Забирать? А вот кому жареные гвозди. Господи, это что на этот раз? Мафия на тусовке. Подожди, молоток, не лезь. Вот, дата и время, вот эти правильные? А то. Где ты это взял? А тебе-то что? Слушай, это же Вячеслав Кондрашов. Тут жених со свадьбы. А ведь это наша лесопилка. Вот это да! Ведь в ту самую ночь на том самом месте была убита девушка, про которую я пишу! Жукова, все, теперь ты от меня не отстанешь! Ты мне еще за те два раза должна! Я все помню, но все потом! Фотки верни! Да, да, я тебе... Жукова, блин, вот так всегда! И к боссу зайди за зарплатой! Жукова!
Алло, Юперный Карасин. Ну, если это ваш оперативный псевдоним, то я золотая рыбка. Разрешите обратиться? Слушайте, это вы заноза в одном месте. Будьте любезны, перезвоните, я не могу с вами разговаривать. Я тут голый, мокрый стою. Фу, Касьянов, мне не нужны ваши интимности. У меня для вас важные новости. Я тут недалеко, скоро заеду. Алло, не вздумайте. Не вздумайте, алло! Здрасте. О, я, кажется, не вовремя, да? Ничего страшного. Проходите, я сейчас быстро приведу себя в порядок. Чем обязан вашему визиту? Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Просто мне очень страшно. Вы знаете, мне все время кажется, как будто за мной кто-то следит. Ну, как будто это меня хотят убить. Подождите, подождите. Толком расскажите, что случилось? Миша, может быть, это и не имеет никакого значения. Но однажды мы договорились со Славой встретиться у меня дома. Привет, дорогуша, поговорим. Это было где-то неделю тому назад. Когда я подъехала к дому, я увидела девушку. На мой взгляд, она была как-то странно одета. Так вот, она хотела со мной о чем-то поговорить, но в этот момент приехал Слава, и она испугалась его. Дождик, да? Ага. Слышь, а ты ее знаешь? Нет, первый раз вижу. А что она тебе хотела? Не знаю. Поговорить со мной о чем ты хотела. Смешная такая, правда? Ну да. А ты ее знаешь? Да не. Простите, я сегодня очень популярен. Не представляете, я тут такое нарыла. Это просто бомба. Слушайте, а чего вы орете во весь дом? Вы с ума сошли, что ли? Я, между прочим, не один. Это как? Это так. Это значит, я с кем-то, понятно? Нет, непонятно. Этот кто-то, это кто? А. Добрый вечер. Здрасте. Следственный эксперимент проводим, Михаил Юрьевич? Андреич. Неважно. А хотите присоединиться? А, нет. Нет, что вы. Красивое платье. Да? Спасибо. Извините, я вам помешала. Я тут со своими глупостями. Миш, передайте, пожалуйста, Славе, что я его... Ладно, ничего не надо. Скажите, я чем-то конкретно могу вам помочь? Оживите Юлю. Миш, ты был прав. Открой, посмотри. Сюрприз. Еще какой. Ну и что это, чье? Пальчики. Обычные пальчики. На удачу оказались в нашей картотеке. А кто такая Людмила Быкова? Привлекалась 3 года назад за проституцию, но очень скоро перешла в ранг повыше, в содержанки. Симпатичная была девушка. Ты ее знал? Фотографию в деле видел. Так-то, красавица. Кому же бы надо было тебя убивать? Да еще выдавать за Бородину. Скорее всего, общий хахаль. Общий хахаль. Хочешь рогалик? Спасибо, я сыт. А, вот. Прекратил занятия проституцией в связи с переходом на содержание к Вячеславу Кондрашову.
Еще этого мне не хватало. Давай без шума. Он тебе не нужен. Слав! Миш! Ты что, его увозишь? Видите ли, Юля, извините, Ульяна, Вячеслав обвиняется в убийстве Людмилы Быковой. Какой Быковой? Экспертиза показала, что убитая девушка не ваша сестра. Боже мой. Ну, как ты? Плохо. Че накопали? Только косвенные улики. Алиби у тебя нет. Как нет? Миш, ну что ты такое говоришь, а? Юля, да черт. Никак не могу привыкнуть. Ульяна сказала, что... Теперь она говорит обратное. Что весь вечер была дома. А сразу не сказала, чтобы не вызывать к себе недоверие. Ну и выгораживала тебя так на всякий случай. Ну какой к черту случай? Ты вернулся поздно. Ботинки в грязи, весь в завинченный. Быстро ушел к себе, даже нагрубил ей. Она это сказала? Вот теперь и думай. Если не ты убил свою любовницу, то кто? Где ты вчера был вечером? На встрече. На какой встрече? Я не ясновидящий. С кем? Шнайдер. Шнайдер. Я дал ему деньги под большие проценты. Идиот. Идиот, идиот, знаю. Тебе что, жрать нечего было? Ты понимаешь, что ты как последний лох попался? Миша, я хотел заработать для себя, дал деньги один раз, понимаешь меня? И ты, естественно, не знал, что Шнайдер занимается наркотой, да? Слушай, ну Быкову я не убивал. А Шнайдер не придет сам сюда тебе делать алиби. А если и придет, тебе один хрен сидеть. Миш, ну мы же друзья, но придумай что-нибудь, я тебя прошу. Ну, на месте преступления тебе не застукали. Следов твоих на одежде и на теле нет. Свидетельских показаний тоже, так что по истечении 2 суток мы тебя обязаны отпустить. Если не всплывут какие-нибудь другие обстоятельства. То из ее подружек и не удосужился. Ой, простите, как вас зовут? Юля. Юля. А за что ее? А за что? Попалась, наверное, какому-нибудь... Простите, можно воды попросить? Да, конечно.
Людмила мне ничего не передавала? Нет. Ладно, что вылупились? Это я. Ой. Что вы здесь делаете? Я делаю вашу работу. Улики ищу. Так, слушайте, какие улики? Против кого вы тут чего-то собираете? Слушайте, вместо того, чтобы припираться, лучше бы мне помогли. Так, Евгений Жуков, вы сейчас же покинете эту квартиру. И не подумаю. Шкаф я уже обыскала, осталась кухня и спальня. Что выбираете? А ну быстро из квартиры. Значит, вам кухня. Андреич! Юрич, вам идет больше? Так вот, не кажется вам все это несколько странным? Ну и что вы имеете в виду? В доме жили две девушки. Ну и что? Ну, а кровать одна. Халатик один даже. Тапочки в единственном экземпляре. Слушайте, ну подумаешь. Одна спала на диване. Халатом пользовались по очереди. А тапочки вообще никто не надевал.
Ой, какая чушь. Полная ерунда. Слушайте, вы считаете, что Юля ушла сама и забрала с собой все свои вещи, что ли? Да. Все это весьма подозрительно. Слушайте, все, нам надо отсюда уходить. Больше нам здесь ничего не поможет в поисках пропавшей сестры. А вот вы и не правы. Еще один. Угадайте, чей? Юлин. Со штампом о браке. Все, приехали, высаживайтесь. Спасибо, вы очень любезны. О, я очень любезен. А то пошли вы пешком, кто-нибудь изнасиловал, а мне отвечать. А зачем же отвечать? Вы что ли насиловать будете? Могу и я. Но сегодня что-то неохота. Все, идите отсюда, чтобы я вас больше не видел. Идите. Нахал. Решили-таки девке дом продать, да? Ой, пока мать была жива, дом был загляденье. А теперь полнейшая развалюха. А чё же они так его запустили? Могли бы выгодно продать. Могли, могли, да вот не сумели. Мать-то у них от рака умерла. Они поначалу убивали страшно, а потом заколотили дом и уехали. А давно они тут не появлялись? Давненько, правда. Юлька появляется. Она появляется иногда, чтобы замки проверить, дом протопить, чтобы хоть дух живой был, хоть какой-то. А вот Улька, ой, это просто шебуршная девка, непутевая совершенно. Она никогда этим не занималась и заниматься не будет. Так значит, за домом совсем некому присматривать? Ну почему? За домом смотрит учитель. Вот рядышком живет в том доме. Он зимой в сильные холода, так обязательно посмотрит. Покупайте, покупайте, соседями будем. Хорошо. Я подумаю. Спасибо. Подумайте. Женечка, еще попробуйте вот сливовое варенье. С удовольствием. Да, так на чем мы остановились? Да, сестры Бородины. Такие похожие внешне и такие разные внутри. Разные? Да. Вот Ульянка, та была положительная, правильная. Все делала. Уроки за Юлю доделывала. Прогулы ее покрывала.
Мне так думается, что она за нее давала экзамены. Выпускные. Правда, мы доказать этот обман так и не смогли. А Юля, она такая ушлая девка. Она далеко пойдет. Вы знаете, у меня никак в голове не укладывается. Я уже со многими вашими соседями говорила. Одни называют Ульяну оторвой, другие Юлю. И я никак не могу понять, кто есть кто. Ничего удивительного нет. Их родная мать не могла различить. А они, кроме того, еще и местами менялись. Менялись местами? Да. А я слышала, что они с детства не ладили. Да вы что? Что вы? Они души друг друга не чаяли. Влипли, принцессы? Блин! Эй, пацаны, бей за два! Ну что, кто-нибудь еще хочет? Пошли, пацаны, а вы еще свое получите, дуры! Да ну вас что, так сидеть потом за вас! Мы с тобой одни в этом мире. У нас двое больше сил, чем у других людей. И у нас с тобой одно лицо, мы можем быть вдвое хитрее. Я люблю тебя, только тебя. А я тебя. Клянись, что больше нас никто не обидит. Клянусь! Мы теперь с тобой не Юля и Уля. Не два человека, а один. Мы теперь Уляля. Мне бы очень хотелось узнать про эту женщину, которая лежала у вас лет 10 назад, да, где-то. Печальная история, конечно. Она 2 года лечилась, но, увы, мы не боги, пока бессильны. Последние несколько месяцев на наркотиках. Стойкая была женщина, конечно. И девчонок своих воспитала так же. А вы ее дочерей знали? Ну, конечно. Они же за ней ухаживали. Уколы, прочее, все на них. Вот. Потом, когда заболела одна из них. Как заболела? Чем? Онкологическим заболеванием, естественно. Я только рак лечу. Да вы что? И у одной из сестер тоже был рак. И вы ее тоже наблюдали? Нет, они уехали вскоре. Сейчас частных клиник много, но я думаю, деньги только зря потратили. Представьте, такая молодая и уже предпоследняя стадия. Я поэтому тот случай так хорошо и запомнил. Аркадий, уточните, кто, Ульяна или Юля болела? Скажите, пожалуйста, карточка сохранилась? Бородина. Бородина была фамилия. Аркадий, к вам пришли. Да, Машенька, понял. Прошу меня извинить, мне пора. Вы мне очень помогли, спасибо. Посмотрите, пожалуйста, Юлия Бородина. Нету такой. Тогда не Юлия, а Ульяна Бородина. Или Коренев фамилия. Нету такой. Ну как это нету? Вы еще даже не посмотрели. Нету. Ну вот так это нету. Говорю, забрали уже. Ходят тут. Бородина, Бородина. Кто забрал? Эй! Кто забрал? Дед Пехто. Вот хамка. Совок. Добрый день, Михаил Юрьевич. А, это вы, Жукова. Куда же вы запропали? Я? Я в родном городе Бородиных. Я тут их дом посмотрела, с соседями поболтала, справки навожу, короче. Между прочим... Какие к черту справки? Жуков, куда ты лезешь? Кто тебя просил, а? Вот так. Раз вы не хотите узнать, что мне сказали в местной поликлинике, и не надо, сами догоняйте. Дедуктивно! Жукова! Ну, попадись мне, зараза. Прошу прощения. Мы с Людмилой-то давно не общались. Но сами понимаете, когда дочь...
таким занимается. И друзей я ее не знала. А недавно, после похорон, пришла ее подруга Юля. Мне кажется, она искала что-то. Юля? Что за Юля? Странная такая девочка. Как ее фамилия? Я не знаю. Но я тоже решила поискать. И под ванной нашла. Я подумала, может быть, это поможет. Спасибо вам огромное. Алло, Миш, надо поговорить. Некогда, Слав, прости, я на задержании твоей жены. Очухалась.
Не совала бы нос не в свои дела. Осталась бы цела. Сама мне дура шанс дала. Тебя посадят. Будешь гнить в тюрьме. Посмотрим. Может, расскажешь, кто ты такая на самом деле, а? Уляля. Какая еще Уляля? Ну и где же твоя сестренка Уляля, а? Что ты с ней сделала? Может, ты ее убила? Больше, чем себе. Надо бы умерла вместо нее. Но я не убивала. Я ей просто помогла. Что ты такое говоришь? Чего ты не дышит, глупая баба? Что, кто? Уляля, это Юля во всем виновата. Слышишь? Да вы спокойно, Юля, поймаем. Юля, Бородина! Поймаем, давайте. Славочка. Поехали скорее отсюда. Ты представляешь, на меня сейчас напали. Да. Ты что делаешь? Славочка, ты что? Я одна, тебя нет. Что ты делаешь? Сейчас Мишка придет, разберемся. Не дергайся ты.
Юлька! Алло, это следователь Касьянов. Передайте всем постам. Задержать темный серый джип. Номер Алевтина 469, Антоним Михаил. 64-й регион. На Березню. Что, тупик? Точно? Ну тогда встречайте. Вы на месте? Хорошо, она едет к вам. Чё в натуре? Мы чё сюда приперлись? Как холодно, зараза. Ты чё, деньги под пилорамой закопала, что ли? Я тебе скажу, где они. Когда ты мне папку вернешь. Подруга, так дело не пойдет. Папка у меня золотая. Ты знаешь, сколько мне стоило ее достать? А расходов? Да я в город твой вонючий моталась. Я же все теперь про тебя знаю, про сестру твою покойную. И про замужество твое. Да если я, Славке, хоть одно слово намекну, не видать тебе красивой жизни, вперед на субботниках работать. Гони капусту, сука! А потом я тебе скажу, где папка. Скажешь, как же. Ты же теперь не отстанешь, как пиявка.
присосешься и будешь пить кровь до тех пор, пока тебя не уничтожишь. Всем раззвонила. Угу. Ох, я за тебя возьму, журналистка. Держи крепче, сыщик. Господа журналисты, все вопросы к представителю органов правопорядка. Касьянов Михаил Юрьевич, пожалуйста. Андрей Жукова! Ветер унос и прочь, все, чем болела ночь, страхи кошмарных снов. Огне с той стороны извне оттиски их следов. Мутным белком рассвет выплеснет в лужу свет мертвый зародыш дня. Но обреченный жить выживет, может быть, жаль не в пример.